Ну, как себя чувствуешь? О, а ты не думаешь, что это ради меня? Ты думай лучше, что это способ получить бесплатное лечение, когда в следующий раз поранишься. Ну, как себя чувствуешь? К счастью для тебя, так и есть. Но достаточно неплохой. Достаточно, чтобы тебя подлатать. У тебя точно все конечности целые? Целые? Ну и ладно. Давай, опиши, как себя чувствуешь. Не стоит так напрягаться. С твоей стороны будет нечестно взять и умереть у меня на руках просто для того, чтобы произнести нечто остроумное напоследок. Ну ладно, не напрягайся. Сейчас пару заметок сделаю и займусь тобой. О, как ты можешь вот так тут разгуливать? Все чисто, никаких проблем. Ну ладно, не так и чисто, но проблем никаких все равно. Держи, у меня есть немного морфина. Меня же не окажется рядом в следующий раз, когда тебе понадобится помощь. Мне удалось разработать репеллент от кротокрысов. Нужно, чтобы его испытали на нескольких кротокрысах перед тем, как я объявлю о том, что он годится. Мы многого не знаем о болотниках, о том, как они умны и опасны, и эту тему определенно стоит развивать. Вот такая у нас выйдет вторая глава. Чем займешься? Кротокрысы прогрызают практически что угодно и причиняют много вреда. Но, кажется, мне удалось сделать безвредный для людей репеллент, который будет отпугивать их. Только перед тем, как я помещу рецепт в пособие, нужно его испытать. Так что найди нескольких кротокрысов и проведи испытание. Это очень просто. Стоит чуть-чуть прыснуть, у них появится очень-очень неприятное ощущение. Они все сбегут быстрее, чем ты сможешь заметить. Можешь сначала испытать его на парочке кротокрысов, но для настоящих испытаний надо бы не меньше 10 подопытных. Впрочем, в теплых коллекторах под городом их должно быть достаточно. Твоя информация.